А нам похуй. А ты привык уже через Турцию ходить без помех? Ну, блядь, да. Бля, сейчас налом будет, походу, делать скоро. Идут. Ведьмак, ну чё ты там? Француз, готовься, идут на тебя. Блять, арты поставь побольше в ломбардию, твою, блять. Блять, да меня нету дохуя арты, блять. Ну, блять, вот из Вале надо было просто взять 8 тысяч арты и отвезти ее в ломбардию. Да, стой, ёпта. Сука, о, сука, блять. Зену уже вошли вы на плечо. А, нормально, уже пройдем. Дефаемся, блять. Дефендер, блять. Не, ну хаба пиздец, ему сейчас десятку вырежут, которая в этом фальте стоит. Мально, минус один. Никого мне не вырежут. Иди нахер. Бля, налом такой, вот так ну вот пошел пока сорюру. Пока сорюру, бля, куб пошел мой нахуй. Ильём, я как бы, я без наезда, просто, ну, эмоции у меня тоже. Как да, я, блядь, без наезда. Ни на кого не хочу, ну просто, блин. Просто, блядь, адреналинчик. Просто я дед, блядь, простите меня, пожалуйста, я дед. Ждите дают? Да, пока что. Подходи, еще войска. Подожди, от Миркина еще. А завтра кину. О, Британия, я не заметил. Прошу себя. В Турции появились генералы, надо же. Британия, как Голландия в четверговое, залезла в Китай. Красиво. Бля, я хочу с этой Турцией помириться этими самыми генералами. То есть, хочешь помириться? Ну, просто он у него трехзвездочный появился, я хочу посмотреть. Тебе в тыл поляки заходят, к слову. У меня, у меня есть 6-4-2-2. Бля, у меня таких генералов было, пока что-то кубик не в мою сторону не пошел. Кубик, у меня был 6-5, там, блин, был еще похоже. Блядь, ебаный в рот, нахуй! И кожаный мяч. Да. А сейчас какие-то, блядь. Дефай. Одно отвел? Еще одно подводи. Три фаер, вот что отводи, это? Отводи побитые. Да, и прогибы кидай, прогибы не забывай. Прогибы кидаю, блядь. После инновации качества надо. Зато, блядь, маневр 5-6, ну куда ж без этого. Ну да. Бля, у них дохуя тут слишком, блядь. Ну все троечка равно стоим, в осаде, блядь. Стоим нормально. Ну я под тип, ну, блядь, разве размен тут пиздец, блядь, пока сорю нахуй. С пьемонтом. А, нет, ты вот подвожишь северно. Вот, я уже там подвожу. Аккуратно, тебе сверху поляк идет резать твои отступившие армии. Из Франш-Конте отведи. А. И мерек? Да не надо на тебя. 29-го. Как ты смотришь на вот эти три провы? Ну, которые... В Раке? Да, сколько там еще два дня. Какие? Ставки. Ну, которые вот эти вот, Граны, Алькатив. Бля, один прогиб проспал три дня. Перс просто пришел к тебе домой и сидит у тебя дома. А. Так. Да, это я забыл про них, когда там... Ставь клеймы. Ну да, ставь клеймы, мало ли что произойдет. Ой хапа. Мирек, так ты зачем провод-то отдал? Блин, ну что все охуели от нашей этой. Ну, его точнее. Так, сейчас опрогибки на пацанчике. Ай. Ты фронтот отбегаешь, да? Я выйди, ну, ладно, в сторону попробую. И Мирек взял, и Мирек дал, ну. Наоборот. Турции вернул, что ли, эти? Это... Не, у нас тут именно так. А-а-а. Мирек взял, Француз, не заходи, 46-й. А, ну да. Не заходи, мне уже отвезти. Франция, не заходи пока. Я мне уже... А, твои... Я отведу туда еще одних, о, ребят. О, клеймы на трамзон еще есть. Давай, ведьмак, давай. Мне надо сдать тебя. Ты вообще законно, что у меня 4 монетки в месяц копил? Блять, ну ебаная Копра Кубы, ну пиздец. Что тут мало тебе? Ну хуй знает, ну, у меня что-то стрейд умер. Блять. Как-то блядь. Ты чё, на минус одном хуярим, блядь. Чё это вообще? Хаба вроде даже португалец всё убрал. Бля, я забыл. Но они ещё подгоняют, народ вообще нагоняют, пиздец тут, блядь. Стоим, Игорь, стоим. Подгоняй, ой, сынок, из Тимон. Рано пока ещё. Ага. Ты не рано. Ты кидаешь прогиб? Да. Ещё месяц, 20 дней я прогибну ещё. Ну я надеюсь, у меня арта не сдохнет от пизанов. Блять, подводи. Подводи, давай. Господи, стаба молит. Потери пиздец. Потери ебанись. Тут вообще как-то неинтересно, блять, дайте мне что ли. Нет. Кидай прогибы.
Еще, еще 5 дней где-то. Давай, давай. Ебать, потерки. Сейчас прогиб будет через 2 дня. Мне минус 3, блядь, должны выстоять, нахуй, блядь. А что, Британия пока закончилась, да? Ебать, только француз остался еще, блядь. Ебать, сколько кораблей у этих, у английских берегов. Да там пиздец, я ж тебе говорю. Я там же забыл, 500, вроде. Больше. Ну, в севере было 500. Ерёмка, по 55 гони мне ко мне, блядь, в ломбарде. Гоню. Вот сейчас на сопляк держим. Следующий прогиб кидай. Я уже кинул, мне 6 или 7 числа там выкидают. Что там, француз, я просто на шанс хотел напасть, а она защитник веры позовет тебя. Подожди, подожди, давай сейчас закончим, сейчас кое-что тут. Француз, подводи, подводи всех француза, которые у тебя уже 21 из Аверне, подводи на этот, на форс-марше. Где он, ебать? Аверне, центр Сан-Франции. А, вижу. На форс-марш ага. Только. Да, гоню. Что, проиграли, да, все-таки? Не, погоди, ждем. Погоди еще, блядь. Сражение. А, и смотри, из этого, из Иль-де-Франции без сапога веди, без сапога, но веди. Веду. Копротивление, да. Ривля резист. Слушай, а может сейчас... Ебей. Вот это генерал, блядь. А, так это ж не турецкий генерал, это немецкий. Как я сразу, блядь, не догадался. Ой, бля, пацаны, на сопляк, Ерёма, блядь. Быстро заходим, парни. Всё, приняли, пройдём. О, заебись! Перемога, блядь, перемога! Перемога! Прогнули, блядь, обсосню, блядь. А, нахуй! А, блядь! А какой мир-то? Там 200 монет, 300. 160... Я выдержала душа поэта. 161 монета. Блять, погнули нахуй, ебать. Чё, ебать? А чё вы, блядь, нахуй сдались-то, ебать, да, пацаны? Ну, блин, что? Это игровой, это всякая херня. Мир, что ли, блядь? Застали? А чё до конца не бились-то? Вы прогнули. Да,